утро на Енисее. Доброе утро, ритмичные мои. Не знаю, как вы, а я считаю, что в любой непонятной ситуации нужно танцевать. Но если вам не хватает навыка или вдохновения, давайте искать его вместе в Инстаграм. Энергичным танцем шаффл всех покорила Елена Круз. Девушка уверяет, что в нем нет ничего сложного. Главное – практиковаться каждый день. Ну а глядя на ее публикации, видно, что она действительно не упускает случая зарядиться позитивом. Кстати, если и вы вдохновитесь, обязательно отмечайте ее в ролике. Самое забавное, она выкладывает в сторис. А на своем YouTube-канале еще и дает видеоуроки. Хотели обучиться простым, но зажигательным движениям? Подписывайтесь, не прогадаете. Многие стереотипы, которые веками существовали в нашем мире, можно изменить, если очень захотеть. Тому прямое подтверждение Янис Маршалл. Этот парижанин приехал в Лос-Анджелес в 7 лет, чтобы танцевать в стиле high heels, то есть на высоких каблуках. За это время он успел покорить весь мир, и мы понимаем почему. Танцор и хореограф дает мастер-классы во многих странах и, конечно же, в своем блоге, так что не упустите возможность получить бесплатный мастер-класс от звезды танцев. И, конечно, никуда без балета. Станислава с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии и была тут же буквально принята в Большой театр. А в своем инстаграме она публикует не только красивые фотографии, но и видео с репетицией и тренировок. Партией своей мечты Станислава называет Никию из «Байдерки», а своим кумиром Диану Вишневу. Ну что ж, действительно есть на кого равняться. Впрочем, и сама балерина, пожалуй, одна из самых популярных молодых в Инстаграм. У артистки 200 тысяч подписчиков. Становитесь одним из них, и вы... Любой танец, медленный, ритмичный, может поднять настроение. Так что больше двигайтесь и ни в коем случае не стесняйтесь. Зажигательные вам ленты, вдохновляющих подписчиков. И до встречи через неделю.